Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Вот это нифига себе. Это что так резко все загорелось? Блин. О, пожар, пожар, пожар. И всем привет, друзья. Вы на канале SkyTop Games, и у нас в эфире Beasts of Bermuda. Вышел недавно достаточно интересный патч, так что при скором времени возвращения на канал после маленького своего отпуска, ребятки, мы обязательно постримим Beasts of Bermuda. Так вот, о чем я? Патч под названием «Феникс». Феникс — это кто и что? Насколько я знаю, Феникс — это такая мифологическая птица, огненная птица, да. Так вот, именно патч назван в честь нее, потому что в Beasts of Bermuda теперь появились лесные пожары. Достаточно много превознесли разработчики в игру с этим патчем. Ну, лесные пожары. Как я и говорил, то есть теперь... На карте, возможно, из-за удара молнии могут начаться пожары, так что берегитесь, динозавры, лесные жители и прочие игроки. Когда начинаются пожары, то вроде как их распространение происходит не моментально, что дает игроку там несколько секунд для поиска безопасного места. Вот, если, конечно, ты не появился прямо в огне, я не знаю, я не сталкивался с этим, возможно, нам сегодня... повезет, и мы будем с вами сегодня спасаться от этого стихийного бедствия. Также мы теперь, по-моему, при возникновении лесных пожаров, то есть будем терять кислород, что-то в этом роде, находясь рядом с очень значительным количеством огня, дыма, пепла. Да, мы получаем вроде как дебаф удушения, который будет травить... нас и тратить запас нашего воздуха, но при выходе из опасной зоны мы, конечно, сможем опять дышать. Вот. Появление лесных пожаров. Да, повторюсь, существует три источника для появления лесных пожаров. Как и говорил я, молнии, грозы, ну и вроде как во время еще и засухи. Вот это достаточно очень интересно. Также... Что еще нового? Это водное насыщение и водное отравление. Добавлена новая механика. Вот. Теперь водоемы после принятия... многократного принятия в одном водоеме воды, оно будет просто загрязняться, будет пахнуть коричневым, так же как, допустим, мясо, когда оно протухает. Вот. Либо когда из них пьют большое количество игроков, да, то есть вода также будет загрязняться. Будем получать отравление. Да, отравление водой отображаться будет в виде дебафа в углу экрана. Вот. Добавлены мутации скинов. Ну, что еще? Обновление неба и океана. Вроде как бы есть теперь и даже и объемные облака, и тени от них. Вот что-что, но мне не хватает этого, блин, в Space Engine. По-моему, новый интерфейс списка игроков, новое отображение запросов, какие-то опять поправки, там, то есть исправление баланса у динозавров. Вот, и самое тоже, что интересное, то есть теперь подсказка запахов есть. То есть... по запахам, по каким-то запахам мы можем определять игровые объекты. То есть, допустим, мы можем принюхаться, фиолетовый и розовый запах, и нам покажет, допустим, здесь пробегала Мега, либо здесь был Ариктодромиус. Вот. И самое интересное, то есть все вот эти вот кристаллики, грибочки, да, блин, это тоже все отображается, и оно тебе дает подсказочку для чего, то есть это, допустим, для
там для насыщения, там для настроения, скажем, на своем языке, да. В общем, все интересно, вот. Ну, короче, погнали. Играть я буду на сервере Age of Dino, все ссылочки на их Discord, сервер, сайт будут в описании. Ребята, если вы хотите поучаствовать со мной в съемках, либо на стримах, ребята, где меня найти? На сервере Age of Dino. Все, ребята, погнали, приятного просмотра. Итак, господа, я на сервере Age of Dino, на Тропео Гнатусе. Рост маленький, да, у меня был взрослый Тропео, выращенный специально для стрима, но пачка других Тропео меня заклевали. Какие-то, блин, каннибалы. Чё не живется спокойно, я вообще не понимаю. Мне нужно что-нибудь поесть и нужно что-нибудь попить, как всегда. Все видео мои начинаются именно с этого. Кусочек мяса. Кусочек вкусного, вкусного, сочного. Хотел сказать спелого мяса, не тухлого мяса. Так. А, вот, посмотри, как я говорил по подсказкам. Видишь, внизу этот каркас очень свежий. В принципе, чем хороша эта обнова, вот такие подсказки. То есть для неопытных игроков, да. Кто только начинает играть в Бермуду, немножко не разбирается. То есть это очень хорошие подсказочки. Так, опять это птера? Да, по-моему, это птера, и он сейчас будет меня атаковать. Ну-ка, полетел-ка я отсюда. Ну нафиг. Мне нужен нормальный рост хотя бы. Господи. Вода? Нет, это пещера. Косяки рыб. По-моему, какие-то изменения с рыбами произошли. Добавили то ли новых рыб, то ли... немного изменили их. Вида изменили. Такс. Такс. Где у нас ближайший какая-нибудь... ближайший источник воды? Где-то вот здесь в горах. По-моему, во время бури, когда я прятался, я видел... А, вон там есть источник воды. Хорошее озеро, прекрасное. Ну, сейчас туда мы и полетим тогда. А вот теперь понюху источника. Так. Водоем начинает загрязняться, но его вода все еще безопасна для питья. Хорошо. То есть, я так понял, здесь уже много существ попило из него. О, посмотри, как заполняется шкала воды. Ты видел? Она стала... То есть... Два раза она заполняется, то есть сначала идет... основное насыщение, и потом еще вот этот голубоватый такой оттенок, тоже насыщение. Так, посмотрим, что у нас... Так, насыщение 48,8. Отлично. Скорость роста увеличивается из-за водного насыщения. Чистая питьевая вода очень хорошо утоляет жажду. О-о-о, то есть вот теперь мы даже дольше сможем обходиться без воды. Здорово. Так, у нас самочка. Может быть, на стриме, кстати... Не знаю. Можно повысиживать птенчиков себе, завести семью, так сказать. Снежная гора. Что-то я не вижу никаких мек, рексов. А кто это у нас? Что это у нас внизу? Подожди. Что это у нас внизу? Какой-то цветок. Ой, блин, я чуть не разбился. Так. Взаимодействие. Так, мы не можем ничего с ним сделать. Вот кактусы я точно есть не буду, потому что, блин. Я знаю, я могу вроде как от кактусов отравиться. А травы вроде бы едят. Что-то я не помню, короче говоря. Там я... Там вон я видел норки, по-моему, дрозавров, что ли. Так. Ой, нет, господа. У вас здесь очень-очень опасно, страшно. Я не хочу, чтобы моего молодого Тропео сейчас кто-нибудь заклевал из вас.
А вон у нас внизу, по-моему, подожди. О, очко таланта. 3 очка таланта? Круто. Сильные, легкие. Так, почему я не могу прокачать это? Адреналин. Хорошо, давайте адреналин прокачаем. Вон там внизу кто-то ходит. Кто? Мне показалось... Пахич. Вроде бы Пахич. Но что-то, по-моему, рост у Пахича очень большой. Я боюсь, как бы он меня не убил. Да, у него очень сильная атака. Давайте просто вот так пролетим мимо и покричим на него. Не шибко он и маленький. Да, он меня просто вынесет с одного удара. Я... Сори. Не буду рисковать. Можно, знаете что, можно прокачать похититель яиц. Похититель яиц. И можно будет у кого-нибудь с гнезда, у каких-нибудь травов поворовать яички. Это было бы тоже здорово. Стать этаким, знаете, киднейпером. Нет, я, конечно, люблю детей, но, блин. Или приютить. Или приютить, знаете. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Вот это нифига себе. Это что так резко все загорелось? Блин. О, пожар, пожар, пожар. Капец, посмотри. Что творится? О, мама мия, найс, мило. Офигеть. Я чуть себе крылья не подпалил. Ты видел это? О, боже, он так быстро распространяется. Да, хорошо, что я летун. Они... Ой-ой-ой-ой-ой. Ёёшеньки. Жесть. Хорошо, что да, действительно, я летун. Я только услышал этот треск и, блин... Сзади меня прямо все воспламенилось. Я ничего не вижу. Посмотри, все в дыму. Блин, и мне кажется, я начинаю задыхаться. Ё-моё. Вот тебе и хорошая сухая погода. А я еще жалуюсь, что у нас, блин, весна дождливая. Так, подожди, давай-ка посмотрим. Что я начинаю терять? Беспокойное окружение. Комфорт, посмотри, как быстро падает комфорт. Если бы сейчас бы я был на траве, все, и были бы мои гнезда рядом, ой, мне было бы так обидно. Удушье. У нас начинается удушье, надо улетать отсюда. Все, летим. Нет, ты видел это? Это, блин, это здорово. Вот прикинь, если бы это было в Айле. Посмотри, как рассеивается дым. И пошел дождь. Здорово. Вот то, что мне не хватало. Ура. Ура. Теперь можно хоть вздохнуть спокойно. Так, дождь закончился. Но посмотри, дым до сих пор висит в небе. А сейчас я хочу, знаете, что сделать? Я хочу сейчас пролететь и посмотреть, выгорел ли лес. Сейчас посмотрим. Так. Нет, удушье, по-моему, еще до сих пор действует. Да. Удушье действует. Ой-ой-ой, кончается кислород. Во. Вот это интересная механика, да? Здорово. Короче говоря, давайте полетим отсюда. Ты представляешь, если на каком-нибудь медленном траве, на апате здесь быть, и начнется пожар мгновенно, просто, ну, все, мне не спастись, мне никуда не деться от этого, понимаете? Фу, боже, боже, мама мия, мама мия. Хочу сказать огромное спасибо админам сервера Age of Dino и Саше за предоставленные, так сказать, услуги. Спасибо, спасибо вам большое. Фух.
Вот теперь я спокоен, реально, все. Надо где-то передохнуть сесть. Вообще, я голодаю, мне надо что-нибудь покушать. Я сохраню своего тропео для последующего стрима. Реально, согласись, это было здорово. Это было классно. Ну что же, ребятки. Спасибо всем, кто смотрел, за ваши пальчики вверх. Спасибо огромное серверу Age of Dino в очередной раз. Спасибо админам, Крокоселу и Саше. За то, что показали мне пожарчик, а я показал его вам. Все, спасибо, ребятки. До новых встреч. Пока.